Ребята, подписывайтесь на наш канал, ставьте лайк и колокольчик. Будем смотреть веселые мульты, играть в игры вместе с вами. Погнали! Привет, Бубу! Привет, Пасян! Бубу, а ты почему такой грустный? Да вот, проснулся, смотрю, сколько всего везде грязного мусора. Так не страшно, давай поубираем. Хорошо, только я вот на туалет хочу. Хорошо, Бубу, давай только по-быстрому. Сейчас, ой! Все, я справился. Бубу, давай тебе поможем, сейчас мы тебя намылим вот так. Раз, два, три. Вот, теперь водичка тебя умоем. Молодец. Так, ты хочешь кушать, Бубу? Да. Но прежде чем кушать, давай помоем руки. Точно, хорошо. Давай одну лапку на другую лапку. И мылом будем мыть вот так. Много-много. А вы, детки, моете ручки перед едой? Смотрите, как котик Бубу моет ручки. Очень тщательно, чтобы не было никаких микробов. Молодец, Бубу. Ну вот, теперь можно и кушать. Хе-хе, замечательно как. Ой, как же ж тут грязно. Бубу, ну что же ты так превратил свой дом в такой беспорядок? Нужно поубирать. Хорошо. Ну вот, уже получше. Ну что, Бубу, давай посмотрим, что ты хочешь кушать. Так, я хочу яичко, хлебушек, молоко. Еще одно яичко. Ну, думаю, мне будет достаточно. Ну как, Бубу, вкусно? О, да, ням-ням-ням, это очень вкусно. Ну что, пора ехать в школу. Привет, Дуду. Привет, Бубу. Как дела у тебя? Нормально. А что сегодня будем делать? Не знаю, а давай сегодня поиграем на музыкальных инструментах. Ну хорошо. Я начну. Мы поедем, мы помчимся на оленях утром ранним. Но где же Бубу запропастился? Бубу, ты где? Я тут уже играю на всех инструментах. Вот дудка. Вот скрипка. Так, не хватает только Бубу. Где же этот котик? Бубу, ты где? Ну ладно, я сейчас немножко без тебя поиграю. И попою. Как у меня классно получается. Так, а что это у нас за занавес? Мы только открываемся. Так. Ну, наконец-то, Бубу, ты пришел. А то я здесь сам уже играю на всех музыкальных инструментах. Ну что, давай петь, танцевать, веселиться. Давай, Буду. Вот я на барабанах. Пам-барабам-бам-бам-бам. Пам-барабам-бам-бам-бам-бам-бам. Класс, какая у нас с тобой... Классная группа получается! Смотри, какие мы музыканты! Ух ты, как шар светит! Да это же целая дискотека! Конечно, Бубу! Да, я хочу попробовать на скрипке! Ну, давай! Блесни талантом! Нет, наверное, все-таки буду я на дудке. На дудке у меня лучше, наверное, получается. Возможно! У тебя на дудке лучше получается. Это ты что, на гитаре играешь? Не знаю, какой-то музыкальный инструмент. Что-то мы уже закрылись. Да, мне нужно уже на кухню. У меня свой ресторан. Вот мышка заказывает у меня уже чай. Какой вы чай хотите, мышка? Пи-пи-пи-пи-пи, я хочу имбирный чай. А я пипинчик, я хочу пирожное. Хрюшка, я хочу тоже чай. Хорошо, ребята, сейчас мы вам всем приготовим, что вы хотите. Ну что, начнем с чая. Наша Хрюшка тоже захотела имбирный чай. Ну, Бубу,
Ты делаешь чай? Конечно. Уже готово. Сейчас будем подавать. Дин-дин-дин. Так, нам нужно еще сделать пирожное. Давайте сделаем пирожное. Так, на наше пирожное нужно 3 коржика. 1 коржик. 2 коржик. И 3 коржик. Вот такое замечательное пироженка. Так, сейчас мы его украсим. Вот добавим звездочек вот таких. И еще вот таких красивых шариков. Дин-дин, готово. Ваш заказ готов. Теперь нужно отнести пироженка. У нас будет кушать Хрюшечка. А, нет, пироженка у нас заказывал пингвинчик. А Хрюшечка у нас заказывал имбирный чай. Приятного аппетита вам, ребята. Спасибо. Очень-очень вкусно. А мышка у нас уже поела. Мышка просит, чтобы ее рассчитали. Она заплатила денежку. Теперь нужно после мышки вытереть стол. Ребята, вы убирайте после себя стол. Это очень важно, за собой следить. Ну что, ребята, вам понравилось? Да, конечно, было очень-очень вкусно. Замечательно. Ну что, теперь мы убрались везде. Пора ехать к бабушке, дедушке. Они уже заждались, наверное. Привет, внучек. Привет, дедушка, как у тебя дела? Да вот, как обычно, управляюсь делами. Дедушка, давай с тобой поиграем. Ну хорошо, внучек, только нужно собрать сначала игрушки, которые ты разбросал в прошлый раз. Давай соберем уточек, мишек, пистолетики твои, мячи. Хорошо, дедушка, давай поубираем все. Вот, смотри, сколько много игрушек. Не нужно игрушки разбрасывать. И вы, ребята, не разбрасывайте игрушки. А если вы разбрасываете, то собирайте за собой игрушечки. Ну вот, собрали игрушки. Теперь можно и пойти погулять на площадку. Что-то мне захотелось на качельке покататься. Покатаешь меня, Бубу? Конечно, дедушка, садись, с удовольствием. Смотри, 1, 2, 3, 4, 5. Вышел зайчик погулять. 1, 2, 3. Дедушка, ты что, уже накатался? Да, внучек, что-то я уже накатался. Хочу на другом. Ой, бабушка здесь. Бабушка, привет. Привет, внучек. Заждались мы тебя. Сидим с дедушкой, скучаем здесь, катаемся на качельке. Ой, наверное, я хочу еще на вот этой горке покататься. Давай, дедушка. О, как у тебя хорошо получается. Ух, еще раз съехал. Ой, как мне нравится, внучек. Ух. Ну, замечательно мы поиграли с тобой. Да, вообще замечательно, дедушка. Я еще приеду к вам в гости. Что-то я устал, внучек. Наверное, буду уже отдыхать. Ложусь спать. И тебе доброй ночи. Что-то я устал. Поеду-ка я домой уже. Что-то спать хочется. Никаких сил даже прыгать нету. Раз, прыгнул, два, все, сил нету. Вот я и дома. Спокойной ночи, ребятки, и вам. До новых встреч. А если вам понравилось, ставьте колокольчик, подписывайтесь. И будем дальше смотреть веселые...